день золотой конференции Oriflame выдался очень утомительным. Консультанты загорали, купались, ездили на экскурсии, одним словом, устали, нешуточно. Самое время отдохнуть и расслабиться. Именно для этого Oriflame организует приветственную вечеринку в самом центре города на главной площади. Какие у вас ожидания относительно сегодняшней вечеринки? Очень хочется сильно развлечься, получить массу удовольствия. Мы ждем сказки, сюрпризов, кайф, радость. 8 тысяч квадратных метров для рассадки гостей. Это самое большое корпоративное мероприятие, случавшееся на Мальте. Специально для вечеринки построили уникальную сцену. 50 метров, а крыша держится всего на двух колоннах, чтобы всем было хорошо видно. Превосходное мероприятие. Площадь, звездное небо, погода. Все как по заказу. Это ваше первое выступление для Oriflame? Нет. Как вам люди в Oriflame? Ну, очень веселые женщины. Они сразу танцуют, подпевают, по-настоящему дружелюбные. Замечательная публика. Я знаю, вы подарили Oriflame эксклюзивную песню. Вы для какой-нибудь еще компании такое делали? Нет, никогда. Откуда Oriflame берет столько уверенных, успешных людей? Я не знаю, я думаю, что они находят, наверное, Oriflame. Мац, где будет следующая золотая конференция? Следующая золотая конференция мы будем проводить в Португалии, в Лиссабоне. Скажи, а в Португалии найдется такая большая площадь, чтобы вместить столько людей? Если мы не там не найдем место, это мы расширим, тогда мы тоже берем гостиницу в Испании. Play a love game, do you want love, or you want fame, or you win that game? Don't the love game.